Среди песенных коллективов России 12 «Жемчужин» в Ульяновске обладает весьма высоким рейтингом. Получить приглашение сюда считают за честь практически все, кто так или иначе связан с казачьей песней. Организаторы мероприятия, правительство региона и ДК «Губернаторский» за эти годы смогли не только создать прекрасную сценическую атмосферу, но и обеспечить приличные бытовые условия участникам. Поэтому в этот раз гости не только ехали на автобусах и поездах, казаки Бурятии прилетели авиарейсом. Это большая удача, я считаю. И надеюсь, что в следующий раз, то есть через 2 года, а это будет уже юбилейный 10-й, мы еще больше соберем представителей казачьих войск. Казачьи войска российский император считал жемчужинами в своей короне, поэтому фестиваль носит такое название. Каждое войско отличали свои традиции, в том числе и песенные. Пожалуй, нигде, кроме Ульяновска, нельзя в одном месте и сразу познакомиться с большинством из них. Вот уже несколько лет по предложению Ирины Гришиной коллективы, приезжающие на 12 «Жемчужин», второй день проводят в концертных разъездах по районам, что делает мероприятие поистине массовым. В 73-м регионе, пожалуй, нет уголка, куда бы 11 июня не заехали казаки. Коллектив из Нижегородской области «Водоватовские ребята» дал концерт и поздравил с наступающим Днем России Майну. Хотим вам пожелать всего самого сокровенного, что есть на белом свете, мирного неба над головой, счастья, улыбайтесь друг другу, встречайтесь друг с другом, и будет в нашей жизни все прекрасненько! С праздником! Ульяновский зритель готов принимать казачью песню. Работу по ее популяризации ДК «Губернаторский» и Центр народной культуры ведут давно. Поэтому на подобных концертах всегда полные залы. Зрители подпевают и готовы строго судить. Однако качество исполнения на высшем уровне. На фестиваль 12 «Жемчужин» мы приезжаем с удовольствием. Уже мы не в первый год приезжаем сюда. Ирина Олеговна, которая организовала этот фестиваль, такая умница вообще, большая и молодец вообще. Такая организация, просто с удовольствием приезжаешь, отдыхаешь душой, и как тебя встречают, как принимают. Ребята все просто в восторге от того, что такое вот гостеприимство, такое радушие, такое просто подход к этому делу творческий. Я очень рад, что мы попали вот на этот фестиваль 12 «Жемчужин». Это просто... Ну, роднимся сердцами, роднимся другими регионами, просто общаемся, друг друга дополняем, у кого-то кто-то у нас что-то берет, у кого-то мы пополняем свои запасы. То есть энергетика идет просто уникальнейшая. На 3 дня вся Ульяновская область стала самым казачьим и самым поющим регионом России. Атмосфера силы, удари, веселья, единения и любви к родине переполняли всех. Праздник, праздник души и праздник казачьей песни. Поэтому всех мы поздравляем, мы очень любим петь и всем желаем того же и всем большого-большого счастья. Настроение, создателями которого в этом году оказались казаки, держалось в муниципалитетах и 12 июня. Я поздравляю с праздником всех, с нашим великим праздником, Государственным Днем России. И хочу сказать огромное спасибо за великолепный музыкальный подарок, который был вчера у нас в рамках Всероссийского фестиваля казачьей песни «12 жемчужин». Нашему правительству Ульяновской области, губернатору Ульяновской области, лично Ирине Олеговне Гришиной. В этот самый большой государственный праздник, День России, я бы хотел всем жителям нашей любимой Ульяновской области пожелать самое главное – мирного неба над головой, чтобы гордились своей страной, уважали и любили. Жаль, что такое культурное событие всероссийского масштаба происходит только раз в 2 года. Завершающая точка фестиваля была поставлена на главной региональной сцене в Ульяновске. Казаки разъехались по своим городам и станицам. Копите эмоции. В 2021 году День России в Ульяновской области снова станет уникальным музыкально-патриотическим событием. Павел Половов, Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Константин Громов. Новости Ульяновской правды.